Здравствуйте, друзья! Это Кузнецов Дмитрий. Вашему вниманию расправа Герпеса Адольфовича над сопляком с банка, возомнившим себя каким-то уж слишком умным по его возрасту. Давайте послушаем пока что, а там потом будем комментировать. Так, внимание, слушаем. Алло. Алло. Я вас слушаю, здравствуйте. Здравствуйте, Альфа-банк, специалист Сергей Дензасканяев, Александр Владимирович. Да, совершенно, наверное, это я слушаю вас. Александр Владимирович, оплаты нет 29 дней, анкета в отделе взыскания у вас. По какой причине? По какой причине анкета в отделе взыскания? Не понял вопрос, формулируйте, пожалуйста, по понятию. Оплата невидима от вас. По какой причине? А, вон как. А то вы слышали, даже сами еще сказали, анкета в отделе... Нет, ваша анкета сейчас в отделе взыскания. А потом последовал вопрос, по какой причине. Я был обескуражен. Думаю, что за вопрос, откуда же я знаю, какая анкета, во-первых. А, кстати говоря, что за анкета, да. Извините, конечно, за любопытство. Чья анкета в отделе? Ваша анкета, Александр Владимирович. И... А что в этой анкете вообще? Ваши данные. Вы готовы сейчас к диалогу по вашей задолженности? Так мы с вами этим и занимаемся. У нас диалог, я надеюсь, с вами. Вот. Когда оплата у вас поступает? 4900. Ой, знаете... Ой, ну и даже мне как-то неудобно констатировать. В ближайшее время навряд ли. Я вас понял. Фиксируем, значит, данную информацию по статье 37 Гражданского кодекса. Если сегодня-завтра оплата не поступает 4900, у вас фиксируется автоматический отказ от оплаты, анкеты передаем в суд. Подождите, какая статья? Статья? Что за статья в этом? Вы меня так не пугаете. 37 Гражданского кодекса. 37 или 307? 307. Так, требования и... банка. Ага. Сегодня-завтра оплату... Не, подождите, что в статье? Я банка. Просто вот эти голословные заявления, для меня они мне очень, ну, скажем так, повергают сомнения. Я спать не смогу. Вы мне, пожалуйста, скажите, может быть, действительно мне пойти занять денежки где-нибудь? Черт его знает, что это статья такая. Ну, что за статья? Чем там мне эта статья может... Ну, какие санкции на основании этой статьи? Эта статья регламентирует то, что банк выставляет вам требования об оплате, и он имеет на это право. А, так я можете, а зачем статью упоминали? Я и так ваше право не ущемляю ни в коем случае. Выставляйте, а что тут, ну, критичность в чем? Позвольте спросить. Решайте вопрос. Сегодня-завтра у вас должна сумма поступить. Не поступает, мы обращаемся в суд уже. За нарушение обязательств, которые должны у вас осуществляться должностным то образом. Есть, это статья 39 Гражданского кодекса. Вот если вы статьями манипулируете, что? Эти статьи позволяют вам обращаться в суд? Ну, я правильно вас понимаю? Да. Вы знаете, в гражданско-правовом обществе, так в том-то и дело, то не надо так прямо это самое рьяно их декламировать. Дело в том, что обращение в суд – это прерогатива любого субъекта юридического права, как физического лица, так и юридического. Я тоже могу на вас в суд обратиться, ну, даже по надуманным причинам, да? То есть обращение в суд – это совершенно объективное право любого, еще раз повторю, субъекта юридического права. Александр, а зачем вы статьи? Вы хотели блеснуть, юноша, что вы знаете статьи, ну знаете и знаете. И не знаю, что тут даже комментировать, 307-я. Ну, что не нужно комментировать тогда. А я в том-то и дело. А тогда вопрос встречный, а зачем тогда вы мне про них говорили, про эти статьи? Вы можете не комментировать, я вам озвучиваю требования банка. Так вы скажите, и а что? Нет, так мне, для меня загадка, зачем? Вы самоутвердиться таким образом пытаетесь, называя статьи? Нет, понимаете, если мы с вами вступим в дискуссию, то ваши знания вот на основании вот этих ваших уроков, методичек, они и закончатся. Я вас заверяю, вас могу в пух и прах, ну, извините за выражение, расплющить в формате юриспруденции. Хотите попробовать? Зачем мне пробовать? Вот именно, не нужно. Верный выбор, не Александр нужно. Александр Владимирович, я не буду с вами разговаривать здесь 3-5 минут, 10 сейчас выслушивать. Очень хорошо, очень хорошо, мы люди заняты. Я требования банка вам озвучиваю. Я клиент на пороге. Позвольте только один вопрос. Один вопрос, алло, пожалуйста. Александр Владимирович, да-да-да. Требования банка выслушайте, пожалуйста. Вы готовы сейчас выслушать? А вы же уже сказали. 4900. Вы мне не даете договорить, вы начинаете меня перебивать. А так это что тут непонятного? 4900, я надеюсь, не евро, а рубли же.
Вы сейчас готовы выслушать требования банка? Еще одно, что ли? Вы сейчас готовы полностью выслушать меня, не перебивая меня? Да, давайте выслушаю. Ну, просто уже интрига закралась. Что ж там еще такого интересного может быть? А вы мне позволите потом один вопрос вам задать? Один вопросик, маленький. Александр Владимирович, 4900 к оплате, сегодня-завтра решайте, в дальнейшем не доводить дело до суда, до ареста имущества. Всего доброго, до свидания. Один вопрос, вы будьте джентльменом, юноша. Давайте один вопрос остался у меня, как клиента банка. Я согласен, 4900. Сейчас я задам вопрос, потом мы будем выяснять, каким образом лучше выплатить. Позвольте один вопрос, один маленький вопрос. Позвольте, не бойтесь ничего. Я не буду, это не, вопрос не касается юриспруденции. Александр Владимирович, я уже вам ответил, говорю, я вас слушаю, вы мне начинаете... Простите, я просто импульсивный человек. У меня к вам вопрос. Есть ли смысл данный конкретный разговор выкладывать на YouTube? Это ваше право, Александр Владимирович. Не-не-не, я право свое знаю, по вашему мнению. Выкладывайте, как скажете, так и будет. Я не знаю. Александр Владимирович, чего не знаете? Я вам ответить не могу. Не, но дело в том, что я все разговоры со своими взыскателями выкладываю на YouTube, на канале Кузнецова Дмитрия, компания Алям. Там больше 23 тысяч подписчиков, не так много для YouTube, но такая узкая аудитория, в принципе, целевая, она, в принципе, очень интересно реагирует. Я вам предлагаю послушать. Зайдите, пожалуйста, Кузнецов Дмитрий, канал, компания Алям. Он в топе. Или просто наберите слово «коллекторы», либо «должен в банк». А он в топе, этот канал. Сразу вылезет, вы узнаете. Алло, слышно меня? Да, я слушаю. Позвольте вам просто предложить такое развлекалово, знаете, вам очень любопытно будет. Честное слово. Еще наберите там же на канале Герпес Адольфович. Это постоянный... Это даже не касается. Что? Это уже не касается нашего диалога. Так нет, я же вам пообещал, что это не будет касаться наших взаимоотношений с банком. Мне это не нужно. Да я вам просто как подарок, молодой человек. Вам просто как подарок, поверьте, вы не пожалеете. Вам часов 10 смеха. Смеха часов 10 я вам даю. Смеха над собой. До свидания, над собой, смеха. Да, друзья мои, ну вот если плейлист «Как Гербес Адольфович глумится над коллекторами», вы посмотрите, вам там 10 не 10, но достаточное количество часов смеха гарантировано, да, и не только на этом плейлисте, и на многих других. Наш канал, в принципе, рассчитан на то, чтобы в такой развлекательной форме давать комплекс знаний, достаточных для того, чтобы люди перестали думать о суицидах, о всевозможных проблемах и о том, что кредитные проблемы – это неразрешимая часть их жизни. Ни в коем случае, это все легко решаемо. Не верите? В описании ролика есть ссылочка на наш сайт. Сейчас для новых подписчиков, а их много у нас регулярно прибавляется. Так и так, в описании этого либо любого другого ролика есть ссылочка на наш сайт. На сайте выложена видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов компании Алям. Посмотрите, все поймете, что мы делаем, как, какой алгоритм действий, и все вам станет совершенно понятно и ясно, что называется, по своим местам все расставится. А те, кто захочет в правовом формате, в документальном все свои проблемы решить, пожалуйста, обращайтесь к нам, сделайте все по инструкции, как в этом видео рассказывается, наши специалисты вам перезвонят. Ну а для постоянных клиентов, да и, кстати, для новых, конечно, попрошу лайк за ролик, Герпесу Адольфовичу будет приятно. Это наш постоянный персонаж. Ну и, само собой, поделитесь в соцсетях, если не трудно. Группу ВКонтакте вступайте, если еще не вступили. Ссылочка на группу в описании ролика. Ну а с вами был Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты компании «Аля». До свидания, всего хорошего.